Буквально несколько минут назад в городе Санкт-Петербурге трагически оборвалась жизнь знаменитого актера, любимца публики и народного артиста России. Знаменитый актер проводил творческий вечер в одном из цирков города Санкт-Петербурга. В это время в другом павильоне этого же цирка выводили зверей на дрессировку. Администрация не рассчитала расстояние между актером и зверями. Во время выступления актера внезапно за его спиной раздался дикий звериный рык. В прессе уже написали, что смерть актера по своей трагикомичности может занять первое место в шоу-бизнесе России. К сожалению, у народного артиста было слабое сердце. Поэтому, когда он увидел льва в клетке на расстоянии нескольких метров, его организм не выдержал. Сейчас полиция расследует из ряда вон выходящее происшествие. Реанимационные действия не привели к успеху, и замечательный актер ушел из жизни. Трагически ушел народный артист России, актер и любимец публики. Создатель музея золотых граммофонов и участник нескольких сот сериалов. Любимый ученик Олега Попова. Замечательный российский и советский клоун Владимир Дерябкин.